Здравствуйте. Здрасте. Юрий Горшков, Frank Research Group. Такой компании в нашем бизнес-центре нет. Вы что, шутите? У меня сейчас очень важное собеседование, мне сейчас не до шуток. Может, вы адресом ошиблись? Нет, я ж... А, секундочку. Вот, посмотрите, пожалуйста, сами. Бульвар энтузиастов, дом 2, этаж 13, а Frank Research Group. Ни такой компании, ни тем более этажа с таким номером у нас нет. Какие-то проблемы? Нет, у нас какие-то проблемы, да. Пожалуйста, пожалуйста, пустите меня внутрь. Если я не найду эту компанию, я сразу же уйду, честно. Паст, можно? Да, да, конечно. От этой работы, я не знаю, моя жизнь зависит. Год без работы, долги, ипотека, еще как кошку нечем кормить. Слушайте, я не помню, куда. Наверное, дома забыл, пожалуйста, я умоляю вас. Пустите меня внутрь. Одна нога здесь, а другая тоже здесь. Без записи, тем более без паспорта, не полагается. Ну, я умоляю вас, ну, пожалуйста, мне очень нужна эта работа. Ну, ну что, от вас убудет, что ли, если вы хоть раз в жизни отнесетесь к человеку по-человечески? Да что я, в конце концов, по-вашему, террорист, что ли, какой-то? Эй, друг, как насчет помощи? Напомогался уже. Не, ну я не понял. Тебе надо внутрь или нет? Спасибо. О! Благодарю. А ну стой! А? Стой! Стой, я тебе сказал! А ну стой! Да куда раскорячился здесь? Можем включить. Какая музыка? А что происходит? Стриптиз! А, нет! Да нет, я не стриптизер! Как не стриптизер? А, ну все, давай, пока, на выход. Уши пошутить нельзя. Вы говорили, у вас есть музыка. А я тебя узнала. Ты тот мальчик, который сегодня очень хорошо перевел меня через дорогу. Думаешь, что и раздеваешься ты не хуже. Спасибо. Да пустяки. Не может быть. Нет. Да вы не волнуйтесь, он скоро поедет. Да, конечно, я не волнуюсь, он скоро поедет. Нет, я очень волнуюсь, он скоро поедет. Дело в том, что я боюсь высоты. Помогите, кто-нибудь, спасите, пожалуйста, кто-нибудь, вы слышите меня? Успокойтесь, я врач, я психолог. Вы врач? Сядьте. Закройте глаза. Что? Закройте. Представьте максимально открытое пространство. Представили?
Нет, да. Что вы видите? Я вижу поле, бескрайнее поле, сквозь которое я мчусь на своем байке по грунтовой дороге. Чудесно, просто великолепно. Да. Поле, вы мчите на крутом Харлее. Нет, почему? Урал, русский. А, вы поддерживаете отечественного производителя. Это патриотично. Ну-ну, продолжайте. Вы мчите по полю на двухколесном друге. На трех. На трехколесном друге. Урал с коляской. Зачем вам коляска? Странно, всегда мечтал без коляски, а теперь не знаю. Мне кажется, я знаю. Коляска – это ваше подсознательное желание мчать по бескрайнему полю возможностей. Да не одному, даже не вдвоем. Молодой человек, вы созрели до чего-то большего. Ищите команду единомышленников. Добрый день. Да-да, спасибо. Добрый день, мы скоро начинаем. Проходите, пожалуйста, вас все уже ждут. Только нужно подписать согласие. Да, хорошо, конечно. А согласие на что? На участие в тестировании экспериментального медицинского препарата. Какого препарата? Вы что, с ума сошли? Я вообще-то ищу этаж 13А. Никогда о таком не слышала. Это ошибка. А ну стой! Стой, я сказал! Подождите, я согласен. А ну стоять! Стоять, я сказал! Препарат работает следующим образом. Испытуемый погружается... Извините, пожалуйста, продолжайте. Повторяю для тех, кто опоздал. Этот препарат основан какой на препарат? Том, что он погружает испытуемого в глубину его подсознания. И таким образом человек видит те проблемы, комплексы, которые мешают ему жить. Этот препарат разработан ведущими... Уважаемые коллеги, выступает Горшков. Мой проект. То есть наш проект. Горшков. Прошу вас, голубчик, пожалуйста сюда. Горшков. Смелее, смелее, Горшков. Выходим и ждем. Полезно. Юточка, сыночек, расскажи нам стишок. Соберись, ты должен прочитать этот стишок. Я боюсь. Порадуй маму. Давайте я вам помогу. Костя, у нас нет выхода. Или сейчас, или никогда. На кого наша мама похожа? На лисечку. А давай представим, что все дяди и тети стали... Я пчела гуляю в лесу, дайте волка и лису. Проект нашей компании прежде всего направлен на исследование рынка банковских программ лояльности. Вы присутствуете в ситуации, когда вы первые будете... Док! Притом... Препарат просто бомба. Рекомендую. А мне, извините, пора бежать. А тесты? Нет. Я прошу прощения, но у меня очень важное собеседование, которое теперь я точно пройду. Извините. 13, 14, 13. А, лестница. Да ладно. А куда едем? Вниз. Блин!
приехал. Да подождите! Что вы? Да подождите! Что я вам сделал? Да вы не имеете права никакого! Ко мне привет! Здорово, мужики! А ну быстро в дверь, кому говорю! Мордой в пол, чтоб без звука! Ты сюда, ты туда! Да какого хрена ты копаешься? Кать, давай заканчивать, да нам уже хватает денег. Да не по имени, дебил. Там этих денег даже на год ипотеки не хватит. Следи за этими, если пикнут, стреляй. Извини. Лежать! Да я лежу. Я просто хотел спросить, а скажите, вы грабите банк, чтобы выплатить ипотеку? А тебе какое дело? Катя сказала, давай возьмем доллары в ипотеку. А потом бац, и доллар 70. А вы уверены, что вот это ваш единственный выход из ситуации? Ну, конечно, уверены. Но мы уже все перепробовали, ничего не помогает, понимаешь? Так, стоп, подождите. Вы сейчас грабите банк, который дал вам ипотеку, чтобы потом этими же деньгами рассчитаться с этим же банком? Ага, это вот Катя придумала. Она у нас мозг... Ты не по имени, дебил! Да уж... Отличная идея, Кать. Но только, мне кажется, очень опасная. Послушайте, я финансовый аналитик. Пожалуйста, дайте мне одну минуту. И я постараюсь вас убедить не совершать вот эту ошибку. Катюш, давай его послушаем. Ладно, но если не убедишь нас, пристрелим. Конечно. Мы все вместе возьмем и меня пристрелим. Так, сколько у вас есть свободных денег? Кать, ну у нас там есть, ну, дача, машина с прицепом, и получается, что это где-то, ну, 2-2.5 миллиона. Отлично! У вас есть 2 миллиона. Так, вот! У вас есть 2 лимона миллиона. Вот, раз, два. Так, секундочку. Извините. Так, это у нас бета-банк. Хотя нет. Лежать. Не извиняйте. Так. Это у нас бета-банк. В понедельник будет опубликован годовой отчет с высокими показателями, которых совершенно никто не ожидает. Откуда вы знаете? Это инсайдерская информация. Ну да, просто это моя работа. Ну и одного знакомого хакера. Стоимость акций банка после публикации годового отчета взлетят как минимум на 30%. Вкладываем 2 лимона миллиона в этот банк. Банк увеличивает их в несколько раз. Покупаем на эти деньги акции банка. А в понедельник мы это все продаем. И ваши 2 лимона миллиона превращаются в 10. Кать, ты слышала? 8 миллионов за один день. Слышь, банкир, это вообще реально? И после этого мы грабители? Короче, план меняется. Возвращай деньги на место! Граждане-грабители, я, конечно, все понимаю, но у меня очень важное собеседование, и мне пора бежать. А ну не рыпайся! Внимание! Это полиция! Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Кать, по-моему, это конец. Давай я возьму всю вину на себя. Давай я скажу, что я главарь банды. Давай, я... Ты у меня хоть и дебил, но самый смелый дебил. Господа грабители, вы, конечно, как хотите, а у меня очень важное собеседование. Я сдаваться не собираюсь. Да мы тоже. Нам бы только в офис этой компании найти, раз о ней никто не знает. Там и переждете, бегом. Вот здесь вот, на 13-м они. Третий точно с ними, он с ними заодно. Да где этот чертов 13А? Слушай, Кать, давай, когда отсидим, заведем ребенка. Мальчика, девочку. Девочку. Успокойтесь вы, никто никуда вас не посадит. Так, берите меня в заложники. Прорывайтесь с боем. Хватит болтать, берите меня уже в заложники. Ну! Здравствуйте, Юрий. Мы рады приветствовать вас в нашей компании. Кто это? С кем я говорю? Это не важно. Ну что ж, хорошо. Тогда, может быть, уже приступим к собеседованию? Как? Еще раз? Подождите, то есть все это и было собеседование? Да.
и вы его успешно прошли, что, поверьте, удается не каждому. Извините, кажется, это ваше. Значит, это то, чем занимается ваша компания. Она выбирает человека, испытывает его характер, силу воли, нацеленность на результат и дает шанс ему измениться. В общем и целом, да. Но только в том случае, если он сам этого захочет. Кстати, мы еще не получили вашего согласия. А спортзал у вас есть? Поздравляем! Вы приняты на должность аналитика. Кстати, у нас очень строгий дресс-код. С этой минуты в вашем распоряжении самая большая база данных на планете Земля. Став хозяином своей судьбы, теперь вы можете менять жизнь и других людей к лучшему. Есть идеи, с кого начать? Да. Есть у меня один на примете. Не понял. Что здесь происходит? Я отсутствовал какие-то там, ну да, несколько часов, но охранник тут я. Не думаю. Ну, я гонялся по всем этажам за нарушителем, может быть, даже террористом. Ваше удостоверение. Сейчас. Наверное, выпало где-то, когда я гонялся. Водонос, пошел! Эй, друг! Как насчет помощи? Отвали! Не, ну я не понял. Ты работу вернуть хочешь или нет? Подброшена монета. Вновь маячит счастье где-то. Там, вдали. Делай шаг, не сомневайся. Миру всей душой отдайся. Ты в пути. Страхи все свои сомнения ты оставь и вверх лети. Выбирай движение в нужном направлении. Без сожаления принимай решение сам. Живи. И тогда удача станет лучшей подругой для тебя. Все в твоих руках. Дерзай. Все учитывая риски, приближая счастье близко, мир твои. И моменты вдохновения воплощай без промедления. Ты живи и поверь, что все возможно. Вера, лети. Выбирай движение в нужном направлении. Вверх лети. И без сожаления принимай решение сам. Живи. Выбирай движение в нужном направлении. Вверх лети. И без сожаления принимай решение сам. Живи. Станет лучшей подругой для тебя. Все в твоих руках. Дерзай. Все в твоих руках.
Дерзай вверх.